Малышев, номер первый, Кирилл Гацук, друг, самый высокий нашей команды, аж 125 сантиметров. Подключение у нас Ядченко. Быстрый розыгрыш углового. И на подборе можно ударить по воротам. И Кулин. Который сейчас без тренера. Тогда игроков «Зенита» основных пропускала матч за основную команду и были направлены в дубль. И будет у нас первая замена у «Зенита» 2. Возможно, травма у кого-то, возможно, тактическая какая-то замена, которая в 88-й номер, если не ошибаюсь. Пока в атаке Шинный! Передача, и Михаил Земсков забивает. Прекрасно побороли в центре поля. Иван Подоляк собственным дриблингом проскочил по флангу в штрафную, прострелил с центра пробитие Бакурентову. Сейчас опасный прострел. Дмитрий Кравчик, Кузьмин, решайте сами. Выдвинулся, сократил угол и всем корпусом закрыл. Наивысшее достижение в российском футболе. Опасный проход, удар по воротам. Нет, удар не получилось. Наверное, хотели Лаука. А пока у нас бьет по воротам. Очень мощно атакует. Заброс на Земского. Земков штрафной отдает назад. Прострел. И я думаю, что и как раз с Валерий Цеховредов будет его ориентировать. И Валерий достаточно высокорожный. Поэтому весь верх был бы наш. Но тут быстрая ответка и вот один гол. Вот. Вратарский Дмитрий Яшин. Смотрим повтор. Спокойно нанес удар низом. Да, очень ногу. Здорово проскочил, усилится. И как они начнут чемпионат. Поэтому интересно за ним будет следить. Тем временем вынос защитника «Зенита-2» на Костя Зырянова. Он принимает мяч. Прострел. Контратака Шинника по правому флангу как раз выходит. Очень опасный удар. Позиционная ошибка этих же игроков, и вот Константин. Рисовался, да, как раз из Рыбинска парень. Вот неплохо, неплохо он проявил себя под ним. Работает хорошо. Вот сейчас по флангу. Это 48 номер. Дмитрий Яшин. Скоп и Зырянов. На подборе питерцы. Константин Лопов попытался. Сейчас просто расстреливает ворота. Это и... Это ужас. Ну, после Зырянов грамотно увидел, что в центре поля бросили одного Гасилина и... Будет среда. Канал...